Жаркая дискуссия о холодном регионе, создание умных городов и сообществ в условиях Крайнего Севера. На первый взгляд может показаться, что север от Москвы слишком далеко, но не на этой площадке. Одинцовский кампус МГИМО провел вторую научно-практическую конференцию с участием специалистов Арктического центра школы бизнеса университета Норд. С ними вуз плотно сотрудничает не первый год. Это совместные магистерские программы, обмен студентами и аспирантами программы MBA. Мы рассматриваем вопросы создания Smart Society, то есть умных обществ, умных сообществ, умных городов и поселений в разных условиях. Ну, для России это важно, допустим, районы Арктики, Крайнего Севера, Дальнего Востока. Для Норвегии эти районы также важны, район Севера. И наше государство, и Норвегия выделяют огромное количество средств для того, чтобы сделать эти районы привлекательными, чтобы там оставалась молодежь, чтобы там развивался бизнес, культура. Вопрос устойчивого освоения ресурсов Арктики и Крайнего Севера – основная тема конференции. Эти земли богаты природными ресурсами, и в этом кроется значительный потенциал экономического роста. Особое внимание ученых-практиков приковано к социально-экономическим проблемам. Ведь для стран и регионов Крайнего Севера характерны высокие темпы экономического роста, но при этом формируется тенденция депопуляции, особенно среди молодежи. Привлечь молодых специалистов, развивать Крайний Север и развиваться в нем – вот задача ученых. Сегодня мы будем говорить о вопросах, которые важны для России, но они также важны для Норвегии и для всех 8 арктических стран. Если вы посмотрите на современный мир, то вы увидите, что все большее количество наций развивает свои собственные стратегии по сотрудничеству и взаимодействию с другими странами на Крайнем Севере. Одна из самых последних национальных стратегий по развитию в Арктике исходила от Франции, и они ее объявили на прошлой неделе. Арктический совет состоит из 8 стран-участниц и 4 групп коренных народов, которые активно занимаются вопросами развития Крайнего Севера. На мероприятиях, которые проводятся данным советом, принимает участие не менее 40 государств, и это говорит о крайней степени важности в данной тематике для международного сообщества. Мы должны быть рады, что наша роль настолько высока. Помимо всего прочего, мы предоставляем миру немало ресурсов, и людской, и энергетический ресурс, и продовольствие. И мы должны развиваться в данных направлениях. Семинары конференции вызвали большой интерес среди студентов и магистрантов вуза, и это очень правильно отметили ученые, ведь именно молодежь – потенциальные жители умных городов. Очень важно, что в конференции принимают участие студенты с обеих сторон. Только непосредственно общаясь с экспертами из разных отраслей, студенты получают возможность развиваться и применять накопленные знания на практике. И самый главный элемент этого мероприятия – международность. Ведь находясь в рамках отдельно взятого государства, невозможно найти наиболее оптимальные решения к вызовам развития Крайнего Севера. Работая вместе, мы сможем найти и применить умные решения. Интерес к этой концепции умного севера с каждым годом растет, и возникает необходимость в еще больших исследованиях этой области. Международная конференция – один из способов обменяться опытом и знаниями, чтобы повысить привлекательность северных территорий. А для студентов МГИМО стороны подготовили еще один сюрприз. В 2020 году должна открыть двери магистерская программа 3 дипломов, в которой будет участвовать МГИМО, Норд и Шанхайский университет. Василиса Ивашкина, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова».